Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. И будем проходить дальше задание за зомби. Поехали. Так, минимализм. Сыграйте 5 растений, которые стоят 3 единицы солнца и меньше. Это новое задание у нас. Обязательно его нужно будет выполнить. Ну а мы с вами делаем поход в великую пещеру. Оставим, наверное, разгрома, хотя хотелось бы, наверное, поиграть и за других, и, как говорится, героев, да? Например, супермозг. Давай посмотрим, что у него здесь есть. Какая колодка в данный момент у меня в руке. И знаешь, я тебе скажу, что колодка у него, ну, так себе. Хотя можно и попробовать. А почему бы и нет, да, скажешь ты? Давай рискнем. Поехали, будем играть на супермозгом. Надеюсь, у нас с вами получится. Так, зомби-хроники. Мои подданные зомби, я ищу себе новое подземное логово. Пещера должна соответствовать всем моим требованиям. Но сначала убедитесь в том, что здесь нет мерзких растений. А тут как раз стоит уже бабах. Поджидает типа нас. Ну ладно, ребят, давайте посмотрим, кто из нас все-таки будет сильнее. Он или я. Поехали. В принципе, рука довольно неплохая и меня даже очень устраивает. Ход зомби. Мне придется пропустить, потому что у меня нет ничего за одну единицу энергии. Да-да-да, пропускаю. И баба, кстати, тоже ничего не стал выставлять. А вот теперь начинается веселье. Начну-ка я, пожалуй, с амфибии, с русалочки зомби. И посмотрим, что он сделает ей в противовес. Ага, он выставляет фисташку. Но все равно я на одну единицу урона больше нанесу, как ни крути. Окей. Теперь давай подумаем. Мы можем поставить чувачка с прочерком, но нам этого недостаточно, чтобы подбить. Так, секунду. Я могу поставить вот так. И, блин, как же не хочется, но придется, видимо. Нет, не придется, давай я вот сюда его поставлю. Посмотрим, что он предпримет. Так, задумался. Это плохо, когда он долго думает. Он поставил сюда минку. Да иди ты. Ты че тут? Ладно, хорошо, что здесь, ребята, мы делаем тупо обмен. Вот здесь вот. Но два урона в лицо мы с вами получим. Как ни крути. Ну и он тоже получит, конечно же. Теперь надо подумать хорошенько. У нас есть с тобой добор. Мы можем с тобой вызвать вот этого зомби. Кстати, вот, наверное, я так и сделаю. Если он, конечно, не будет тут усиление какое-нибудь выставлять. Кактус вызвал, да, мишень. И орешек, ты посмотри, что делает, а. И что? Перемещает, да, фисташку. Тогда я, знаешь, что... А, у меня не хватает, ребята. У меня не хватает, к сожалению. Я хотел кое-что здесь сделать прикольное, но... В общем, у меня осталась только лишь одна магия. Три. Так, она что делает? Эволюция. Так, отбрасывает растения. У нее еще и кровожадность, да, появляется. Но менять как-то мне не особо сильно хочется. Давай, наверное, вот сюда поставим. У нее тоже... А, нет, ребята, у нее что-то другое. Кровожадность. Окей, давай проверим. Правильно ли я понял? Абсолютно правильно, то есть кактус уничтожаем. Слушай, это хорошо. О, Гаргантюа у нас появился. Но я думаю, что он вот сюда вот встанет. И будет неплохо себя здесь чувствовать. Хе-хе-хе. Давай-ка. Упс. Так. Ну что, друзья мои, можем с вами замутить еще кровожадность. Но я думаю, не стоит. Пригодится нам, наверное, в дальнейшем. Так, уничтожили и последний. Нет, не последний, ребята. Сейчас он выставит стопудово... А, вот он как делает. Я думал, он мину выбросит. Но он наносит 3 единицы урона. Так, ход зомби. У меня нету. У меня только лишь одни заклинания остались. Он выставил опять фисташку. Я могу вызвать зомби-астронавта. Вот сюда я его поставлю. И сделать добор, может быть. Давай сделаем с тобой добор. Ох, шикарно. И, пожалуй-ка, я сделаю, наверное... Кровожадность. Ну что же. Окей. Так, и 3 в лицо ему
хана, да, ребята? Бабах повержен от меня, от моих, как говорится, зомбарей. Ну что же, довольно неплохо мы выиграли. Мы получаем с вами 10 купончиков. Кстати, друзья мои, за вчерашнее выполнение задания я получил все-таки новое растение. Это вот именно ту змейку, которую разыгрывали. Ну что, давай, наверное, выполнять дальше. И у нас Цитрон. Вот этот Цитрон, на самом деле, очень хороший герой у растений, как по мне. У него очень имбовые скиллы. У него есть, ребята, защита полная. Ну, я посмотрим. Внимание, этот апельсин — охотник за сокровищами из будущего, который ведет бой агрессивно и из укрытия. Цитрон известен тем, что расставляет стены орехов и прячется за ними. Цитрон известен тем, что расставляет стены орехов и прячет за ними тяжелую артиллерию в укрытие. Вот так вот, вы поняли, что он делает? Так, мы с вами делаем добор. Слушай, неплохо. У нас даже есть кого выставить сейчас в данный момент. Погнали. Подожди, нет, вот это. У нас амфибия-русалочка. Что он там делает? Превращает в случайного зомби? И кто это у нас? Кто это такой? Чувак в пушке? Вау, два раза стреляет. Это, кстати, классно. Ладушки, что дальше мы с тобой сделаем? Я могу поставить вот так. Ну... А он подсолнух какой-то поставил, или кто это? Я не могу понять. Стальная магнолия. А что она такая крутая-то стала сразу же? Эй, ты смотри-ка, блин, а? Слушай, мне не нравится эта стальная магнолия. Надо с ней как-то завязывать, да желательно побыстрее. Ну-ка, если я сюда поставлю, что он будет делать? У него будет... Ну, естественно, уничтожение надгробия. Кто бы мог в этом сомневаться? Все у него есть. Так, он еще и бомбочку сюда влепил. Ты посмотри, какой жучара, а? Какой жучара. И опять мы с вами в лицо получаем. Но мне нравится, что вот этот вот чудик бомбит по два раза. Это очень прикольно, на самом деле. Мне нравится. Ага. А что, если вот так вот сделаю? Парнишка, что ты сразу загрузил? Ну, естественно, стена орех ставит, конечно же. Нас предупреждали, что он ставит тяжелую артиллерию именно за орехами, за этими паршивыми. Так, ладно. У него 9 хп. Так что, друзья мои, давайте мы с вами выставим, наверное, вот сюда антигероя. А сюда зомби на вертолетике. Что он сейчас будет делать? У него, естественно, есть амфибия. Сразу 1-1 становится у нас. Но мы с вами в любом случае вот этих двух уничтожаем. И это большой плюс для нас. Большой плюс. 2 в лицо он еще получает сверху. 6 единиц энергии. Окей. Выставляем с вами курочку. Если что, будем делать добор. А он что-то... Он что-то взгрустнул, на самом деле. Давай-ка мы с тобой добор сделаем. Ай, как солидно. И мы можем... Зомби наносит бонусную атаку. Конечно, мы с тобой сделаем... Подожди-ка, курочка, ты сделаешь у меня бонусную атаку, пожалуйста? Молодец, красота ты моя. И ударяем. Но он сейчас, естественно, сделает блок. Конечно же, блок. И все, ребятушки. Победушка за нами. Зомби, как всегда, великолепны. Я вообще считаю, что зомби здесь почему-то сильнее, чем растения. Хотя не всегда. Все зависит, опять же, от колоды, от карты, от кого ты выставишь, когда. Агр, это не бабах. Немедленно уничтожьте этого сорняка. Пуп. Но будьте начеку. Его взрывной головы. Да, бабах так может, ребята, выбросить свою голову бомбу и... нанести колоссальный взрыв. Но я думаю, что мы все-таки здесь с вами справимся. Так, во-первых, поменяем на более дешевое что-нибудь. Вот, в принципе, меня вот это устраивает. Поехали, ход зомби. Тут мы пропускаем, потому что у нас только с двух энергий начинается, да, карты.
И получаем первый удар в лицо себе. Ну что же, теперь будем мы с вами делать призов. Вытягиваем карту. Какая? Ну, амфибия, в принципе, неплохо. На воде она будет себя чувствовать великолепно. Еще и плюс 4 хп. Хм. Ну что же, два в лицо мы еще сейчас с вами получим. Это очень печально. Что мы с тобой сделаем? Есть у меня одна задумка. Есть у меня одна задумочка. Я вот так сделаю. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Я вот этот вот орех уничтожу. Нет, уже не уничтожу. Мой фокус не удался. Или подожди-ка. Перемещение зомби. Хорошо, давай мы здесь вот с тобой поменяемся. Потому что мне кажется, это очень печалька там какая-то наступает. Опа-на. Наносит бонусную атаку, да? Так, ну по идее-то, конечно, нам лучше вот сюда вот переместить. Посмотрим, ребят, что у нас из этого выйдет. Так, давай еще выстрел. Ты основной-то выстрел-то что не стало делать? Я не понял. Так, при использовании сверху или на ландшафте получает 2 плюс 2. Выставляем его вот сюда. Одна единичка энергии у нас есть. Тут мишень. Он еще что-то поставит. Наносит 3 единицы урона. Ну, правильно, правильно. Но у него 2 карты всего. А это означает, что он проиграет, наверное. Наверное, ребят. Это не точно. У него все-таки здоровье-то побольше, чем у нас, согласись. Но карт у него поменьше. Окей, здесь я предлагаю сделать следующий варик. Сюда... Блин. Ну да. Да-да-да, именно вот так вот сделаем. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Кого выставит? Никого? Превращает в зомби, да это понятно. Бонусную атаку. Давай мы с тобой сделаем бонусную атаку. Окей. И превращает зомби, случайного зомби, который стоит на 1 дороже. Вытяни карту. Давай вот так вот с тобой сделаем. Ага. Ну неплохо, все равно неплохо, ребят. Все, я смотрю, у него с картами проблемы. С жетухами тоже пошли проблемы. Выставляем. Я не стал делать эволюцию. Так, у меня есть вот эта карта, да? Но она уничтожает 5 или больше. Хм. Ладушки. Давай тогда сделаем с тобой вот так. И у меня еще 3 энергии. Я поставлю, наверное, вот эти вот. Этот ландшафт. Этот ландшафтик я, наверное, сделаю. Вот так. Нормуль? Нормуль. Потом у нас еще с тобой есть карты добора, так что волноваться не стоит. Ну что, бабах, я так понимаю, что ты уже сдулся. Поставим сюда амфибию. Мы можем, кстати, ее вот сюда влепить. Вот так вот. У нас будет прочерк, да? А, нет, у нас не прочерк, у нас кровожадность. Ну чё, где там, кто там? Мишень. Ты зря сюда явился, парень. Я тебе точно говорю. Сделаем с тобой легенький доборчик. Ух, как хорошо. Еще у нас один вертолетик с вами. Так, 3 в лицо. Жалко, у него блокировка сработает сейчас. Это, конечно, не очень хорошо, ну ладно. Это у нас амфибия. Иди плавай. Вертолетик поставим сюда. И... вот так вот. С надгробием. Ну что он там будет делать? Свою фисташку достал, как будто она тебе поможет. Парень, я тебя умоляю, успокойся. Приемы зомби. Угу. Так, уничтожил. Ну, естественно, у него блок. Что он там ставит? Бомбочку, да, свою ставит? Вот про нее-то вам я и говорил. Наносит... сколько там? 6 единиц урона? И остается только лишь добить. Так, у нас ничего пока нету. У нас будет сейчас с тобой бонусная атака. Ты понял, да? О чем я? Я думаю, что ты прекрасно понял. Сейчас мы делаем выстрел, ему хана. Вот так вот мы разбираемся с этими растениями. Фух, вы выиграли, естественно. Я получаю еще жетончики, билетики. Ну что,
У нас скоро будет босс. Скоро. Так, давай опять сыграем с тобой за... Слушай, а давай посмотрим, что у нас у заразительной сальсы есть. Какие карты? Я за нее давно не играл. Какие-то странные, если честно, картишки. Давай-ка вот это вот удалим. И попробуем. Давай вот так вот, наверное, добавим, да? Это кто еще такой у нас? Что это за чудик? Купидон Мазила. При использовании наносит 1 единицу урона растению. У растения 0 во время этого хода. Окей. Так, слушай, ну тут можно много чего убрать нам, пока ненужного, да, смотри. Очень много карт, каких-то ненужных, вот этих вот привидений, зачем нам такая целая куча-то их. Окей, и смотрим, так, это что у нас такое? Зомби с энергетиком. Начало приема получает +1/+1 и перемещение, и перемещается на случайную линию. Плюс у него безумие, то есть 2 раза может бомбить. Если уничтожит, конечно, там растение, он еще делает выстрел. А, этих у нас 2. Я тогда не знаю, кого еще мне взять. А что это такое? Вот, информация. Подскажите мне. Уничтожает случайные растения. Стоит 4 случайные. Понял. Невыгодно тогда нам брать его. А вот это... Ох, ё-моё. Конечно, давай добавим с тобой. Так, а что ты у нас делаешь? Надгробие. При появлении уничтожает 1 из своих орехов или ягоды. Уничтожает 1 из своих орехов или ягоду. Непонятно. Почему из своих? А это кто? Это просто у нас выгульщик собак. Ну, не знаю, ребят, давайте попробуем вот так вот сыграть. О, подожди-ка, подожди-ка, я, кстати, кое-что еще увидел. Сейчас, подожди, возьмем. Тут-то нафига 4 штуки-то мне их? Совсем, что ли? Вот этого возьмем с собой, добавим. Потом, наверное, все-таки возьмем вот этого вот чудика. Он у нас есть? Есть. О, зачем? Тоже 4 штуки. Нет, ребят. Он бьет сразу по герою, если вы хотите знать. То есть я его выставляю, он бьет по герою. Значит, вот это вот добавим. Тут их 3 аж целых, елки-палки. Кто ты? Зомби-сельфер. Безумие, вот. Вот это, кстати, хорошо. Его можно добавить. Даже 2. Плюс вот это возьму. И, наверное, все, ребят. И, наверное, все. Так, а ты что у нас? Амфибия. Просто амфибия, и все. Так, а этот? Зомби получает 1/+1. Это обед, контейнер снежного человека. Ну, вроде бы все, ребят, да? Можно, наверное, приступать к бою. Растение получает -2/-2. Если оно находится сверху или на ландшафте, получает -6/-6. У нас, кстати, да, нету карт с ландшафтом. И это немножко опечаливает. Поехали. Я тебе сразу скажу, что заразительная сальса, но... Это такой персонаж, у него должны быть хорошие карты, если ты хочешь им нормально играть. В данный момент я, ну так сказать, на шару иду. Я знаю прекрасно, что здесь у меня, наверное, ничегошеньки не получится, но просто хочется посмотреть, разнообразить, так сказать, нашу игру. Осторожно, это вспышка на солнце, ужасно милый цветок, который любит нежиться на солнышке. Аккуратнее, благодаря солнечной энергии она не только заставит все растения цвести, но и взорвет все вокруг. Это я знаю, это я помню. Она себе делает добор энергии. Ну, хочет, по крайней мере, сделать. Но я ей, естественно, не дам. Так, наносит 3 единицы урона растению. Плюс 3 единицы здоровья нашему персонажу. Нашему герою будет. Окей. Так, ничего не выкладывает. Это очень странно. Так, при получении урона получает +4 к атаке. Слушай, это неплохо. Несмотря на то, что у него 3 хп. Так, твои же налево. Ну, ты смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает. Так, наносит 3 единицы урона, но я не могу ничего сделать, да, у меня не хватает энергии элементарно. А он себе, конечно, будет сейчас добор делать. 4 энергии он получит. Вот так вот. А я, знаешь, что сделаю? Я не позволю.
Я его уничтожу, этот подсолнух. К ядрине фени. Все растения получают плюс 2. Ты жук, а? Получи. Вот так вот, знаешь свое место. Так, у него всего две карты. Всего две карты, серьезно? Ну так что я могу тебе сказать, парень? Ты, по-моему, приплыл. Так, питомец, который получает плюс 1. Угу. Ну-ка давай выставим этого звездного йети. Ох, шикарно. 4-3, неплохой задел. Так, уничтожает... А, 2-2, ну правильно, он уничтожает призрака мне. Опять вызывает свои эти тюльпаны, фиалки и так далее. Ну, с этим разберемся. Ах ты, что он там делает? Еще двух шампиньонов выставляет. Блин, мне это не нравится. Так, что у нас здесь? Наносит 3 единицы урона растению. Вот этому, пожалуйста. С остальными, я думаю, что мы справимся. У него вообще карт не осталось, ты прикинь? Ох, так я тебе скажу одно, что он уже приплыл. Так, этот у нас йети ушел. Я выставляю сюда. Зомби-терминатор. Так, здесь мы, смотри, получим сейчас атаку 4. Опа, становится пятерочка. Ну что, огонек, я смотрю, ты уже немножечко наделал, да? Кое-куда. Боишься меня? Правильно делаешь, что боишься. Правильно, правильно. Потому что, ой, как красиво, да? Молодец, звездный йети, ты мне очень нравишься. Уничтожаем нафиг ядрение фени. Похороним этот цветочек. И в лицо ему все. Ай-яй-яй, смотри. Опять у него блок. В сезоне получает минус 1, минус 1. Коварно, коварно. Исчезает опять в руку. Ух ты. Это кто такой? Наносит 2 единицы урона всем растениям. Антигерой, когда здесь разыгрывается растение, переключается на случайную линию. То есть его еще и не поймаешь, да? И амфибию мы с тобой поставим сюда. Все, друзья мои. Я думаю, что его песенка спета именно в этом раунде. Так, пропускаем ход. Он даже не стал сопротивляться, потому что, видимо, у него ничего нету. И победа за нами. Как-то слишком легко и просто все это. Почему? Пока не знаем. Но я очень рад, что у нас именно так получилось. И мы с вами получаем награду. Так, выиграйте. Ага, я получаю 10 гемов. Спасибо большое. Выиграйте 2 игры. Так, у нас с вами последний бой с боссом. Ну, здесь я уже рисковать не буду. Никакой заразительной сальцы. Я буду именно брать нашего вот этого вот громилу разгрома. У него еще причем идет 5x улучшение, я так понимаю, да? Так что разгромчик... Нет, подожди, мне нужно выбрать... Да елки-палки, мне нужно выбрать разгрома. Выбрать, ты понимаешь? Выбрать, все. Выполнить миссию. Босс, друзья мои, босс будет бабах. И, как всегда, будет с ним сложно драться. Так, начнем, наверное, я даже не знаю. Тут, в принципе, все хорошо. Но, внимание на старт. Что, какие условия опять? Что это за тиканье? Похоже, бабах начинает игру с картофельной миной. Тем не менее, победа будет за мной. Да я надеюсь на это. Мину, естественно, нужно уничтожить. Так, он амфибию поставил, мишень. Мне нечем пока, ребята, отбиваться. Окей. Первый удар получили в лицо именно мы. Слушай, да что такое, блин? Карта у меня очень тяжелая в руке. Но вызывал тут. Вот этого чудика я уничтожу. Он там надоел. Будет еще мне стоять на воде и бомбить по мне. Плюс еще 2 урона в лицо. Я терплю, я пока терплю. Ну что, пора наше веселье сделать. Во-первых, у нас с тобой идет неуязвимость. Я надеюсь, у него нет там сломать надгробие или еще что-нибудь. Нету. Окей. Так, арахис тут у нас бубнит. Окей, давай мы бомбанем. Ладушки. Что нам тут выпадает? Зомби получает 2 плюс 2. Вот так вот сделаем.
Солидненько. Теперь мы с тобой призовем зомби в броне. Что он будет сейчас делать? Наносит 3 единицы урона зомби. Ну, естественно, сейчас уничтожит, да? Упырь. Все у него тут есть, да? Смотрю. А мы с тобой сделаем безумие. Почему я делаю безумие, ребята? Мы уничтожаем арахис, потом он стреляет вот в этот шампиньон. То есть при уничтожении противника он наносит еще один удар. Это называется безумие. И даже достается самому персонажу. Ох, у нас тут медик появился. Медик — это хорошо, ребята. Медик — это очень замечательно. Я подхилюсь своего персонажа, героя. Ну и что он сейчас будет? Ничего не стал делать, да? Или будет? Нет, ничего не стал делать. Это немножко странно. Ну, карт я вижу, у него всего 3 в руке. У меня немножко побольше. Плюс я получаю... Это кто такой у нас? Каждый зомби прячется под надгробие. И они перемешиваются наугад. Перемешиваются наугад. Окей. Давай, давай, давай. Сейчас все спрячутся, да? И появляются в разных местах. Угу. Здесь такой. Здесь у нас такой. А, и неуязвимость сразу же еще восстанавливает. Это, кстати, классно. Оу, так это вообще имба. Он заново, когда появляется, делает свои способности. Слушай, это солидно. Это очень круто, на самом деле. Жалко, конечно, что у нас медик погиб. Так, арена. Давай мы тебя сюда поставим. У нас 4 еще энергии есть. Хм. Ты думаешь, тебе это поможет, парень? Ах, вот ты как сделал. Понятно. Ладушки, я тогда сделаю, наверное. А в сезоне получает. Да, мы сделаем с тобой вот так. И я хочу вот так вот сделать. Чтобы кого бы он там не выставил, а ему, наверное, уже. Да. Ё-моё, блин, я уже думал, сейчас мы его завалим. Нет, ребят, опять сработал у него щит, и он получил супер удар. Ну что? Давай вот так вот сделаем. Чтоб наверняка уже, да? Чтоб ничего ему тут не помогло. Да, друзья. Довольно легкий какой-то оказался босс этот бабах. Ну, это пока. Дальше будет, конечно, все намного сложнее. Намного сложнее. Вот, видите, ребята, вот это вот... Змейку я получил в прошлый раз. Хватит страдать ерундой. Остановите уже эту несчастную картошку. Технический перерыв. Эврика. Отлично, сорняк свержен. А я наконец могу переехать в мое уютное логово. Окей, ребятушки. Вот как-то так мы с вами прошли. Так, еще 10 гемов. Кстати, мы можем с тобой купить один пак. Хочешь посмотреть? Лично я хочу. Поэтому давай-ка мы с тобой глянем. Какой пак купить только? Вот в чем вопрос. Так, набор. Трясовый триумф, да? Тут же у нас мультинабор, но это за деньги. Колоссальные ископаемые. Хм. Я даже вот не знаю, ребят. Ну давайте трясовый, наверное, да, будем с вами. Соточка есть. Посмотрим, может быть, что-нибудь хорошенькое да выпадет. Ну, шанс, конечно же, маленький. Итак. Обычные, да? А, необычные. Ну, это у нас все есть. Воу, редкие, вот такого у меня не было. И мега редкие это... Кто это такой? Кто этот за мега редкий? Можно посмотреть? Клубничный вождь. Наносит 1 единицу урона зомби рядом с клубничным вождем. Ягодная эволюция, получение ягодного взрыва. Крайне редкие написаны. А это у нас кто? Синтез. Здесь растение получает плюс 2, плюс 4. Это, ребят, помните, та самая тыква-защитница. Окей. Ну, а остальное мы с вами все прекрасно знаем и видели. Ну что, ребятушки, на этой ноте, наверное, будем с тобой закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся уже в следующей серии. Так что, до скорого и удачи вам.